Это такой башни, который, ну, тратит силы свои. И они кушают, ну, сладкое много. Торт, мороженое, ну, конфеты, мармелады. Чтобы они все чинили, чтобы люди двигались и были сильными. Наверное, они следят за тем, чтобы у всех в доме было электричество. Энергия – это когда человек, он сильный, может много бегать, прыгать, может поднимать тяжелые вещи. Люди, как гномы, топают ногами и от них искры. Тогда он может ударить током, и тебе будет конец. Чтобы понять, чтобы добыть энергию, люди спят, кушают. Они так искрят, что у нас дома ток появился. Ну, они как-то его делают. Это когда человек сильный, кушает кашу, мясо. Ну, это когда на скорость все бегают, кто больше километров пробежит, кто поднимет тяжелее вещь.